11 лет нет с нами народного артиста России, лауреата Государственной премии Российской Федерации, педагога, общественного деятеля Бориса Владимировича Александрова, посвятившего сцене Ульяновского театра 40 лет. Но жива память. Каждый год в стенах театра собираются поклонники его таланта, его ученики, чтобы вспомнить доброе имя мастера. В этот же день лучшему молодому актеру вручается губернаторская стипендия, которая носит имя Бориса Александрова. Все борются за эту стипендию. Это не единственный знак, как бы, признания молодых актеров. У нас как бы есть в фестивале «Лицедеи» театров Ульяновской области. Там все премии губернаторские. И есть обязательно награда за дебют. Это, что называется, человек еще ничего не достиг, но он только сделал первый шаг на сцене. Он уже отмечается как бы премией. В этом году торжественная церемония вручения стипендии прошла в 10-й раз. В ней принял участие губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. В своем выступлении он предложил со следующего года сделать стипендию имени Бориса Александрова всероссийского уровня. Предлагаю существенно увеличить объем ее финансовых средств, которые будут ее сопровождать, и увеличить ее уже со следующего года до 1 миллиона рублей. Если вы поддержите, чтобы мы здесь могли подводить итоги и уже видеть не только наших замечательных ульяновских звезд, но и звездочек из разных уголков Российской Федерации. За годы существования стипендии ее обладателями стали 12 молодых артистов, наиболее ярко проявивших себя в профессиональной деятельности. На этот раз в театре до последнего момента старались держать в секрете имя будущего обладателя стипендии. И только губернатор озвучил его. Позвольте мне пригласить сюда уже почти звезду. Человек, который, несомненно, уже начинает гордиться, Артема Трохина. Талантливый молодой актер Артем Трохинов задействован в 8 спектаклях театра. Я хотел бы сказать спасибо Наталье Александровне. Хотел бы сказать спасибо вам, Сергей Иванович. Для меня это огромная честь стать лауреатом стипендии имени Бориса Владимировича Александрова. И еще хотел бы поблагодарить весь коллектив театра за поддержку всегда, когда это необходимо. Спасибо большое. Для меня счастье играть на этой сцене. Напомним, премия была учреждена в 2011 году по инициативе губернатора Ульяновской области Сергея Морозова в память о мастере. Ирина Антонова, Александр Кудряшов. Новости Улправды ТВ.